На Красной площади в Чебоксарах открылась выставка, посвященная подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В 1941 году в Чувашии началась масштабная мобилизация населения. Женщин, стариков и подростков призывали на строительство линии обороны. Простые люди вели свою войну. Вручную долбили скованную морозом землю, стирали руки в кровь, возводя землянки, блиндажи, доты и дзоты. Очень сложные условия были. Очень напряженная была ситуация на нашей родине. Но, знаете, они собрались духом. Они нашли в себе силы. И, честно говоря, иногда, вот сейчас уже просматривая документы, наверное, соприкасаясь с живыми людьми, носителями той информации, я понимаю, что, знаете, тогда было какое-то измененное сознание. Люди массово, героически, отважно отстаивали границы нашей страны. Витрины под открытым небом рассказывают истории строителей оборонительных рубежей. Здесь можно увидеть документы, фотографии и другие архивные данные о тружениках тыла. Выставку может посетить любой желающий.